Шесть команд края вновь сошлись на одной сцене. Это те, кто дошел до 1/4 финала. В начале для разогрева – фоторазминка. Но хоть не на айфон. Хабалки. Ой, это халки. Жюри за этот конкурс выставили командам не самые высокие баллы. Дальше – больше. Приветствие дало максимальный результат большинству участников. Приветствие дало максимальный результат большинству участников. Гольник, гольник, гольник. Иди отсюда! Гольник, гольник! О, кошка! Сентябрь не только время возвращения КВНа. Осенний призыв уменьшил ряды клуба. Половина сборной по ГСХ теперь в рядах российской армии. Мы это обстебали. На самом деле нам тяжело. Тяжело, очень тяжело. Нас было 12, сейчас нас 6. И то есть это 6 с новенькими, фактически. С ребятами, которые раньше играли за другую команду, это Никита и Влад, они играли раньше за Мушпунш, сейчас они играют школьник за сборную КСХ. Видеоконкурс достаточно популярен в играх. В ролике до 2,5 минут команды представляли себя, свой город. Кто-то раскрывал глобальные темы, кто-то шутил обо всем. Специально для Приморской лиги я хочу прыгнуть сальтом с этой 9-этажки. Да, да, да. Да, да, да. Технические неполадки чуть было не сгубили судьбу гостей из Владивостока. Незадолго до начала игры пришлось сделать новый видеоролик. У нас новый гость про команду КВН «Твой стиль». Не знаете? А про пенсию? Он про пенсию такой знает. Да, это вот да, мы пришли просто, за полчаса до игры и начали снимать замечательных жителей Уссурийска. Дима, когда сказал, что все, ролика точно не будет, когда он нас обрадовал этой замечательной новостью, мы такие, о, ну все, взяли фотоаппарат и пошли снимать ролик. А две шутки даже смешных получилось. Кубок четвертьфинала оказался в руках у двух команд. СМБ из Партизанска и сборная по ГСХ. В полуфинале сыграют эти же 6 команд. И по общей сумме баллов определятся финалисты. Екатерина Рехтина, Николай Фарафонов, Телемикс.